В ближайшее время родители детей от 3 до 17 лет, посещающих детский сад или школу, получат страховые сертификаты по программе «Качество жизни каждой семьи». Дети страхуются от травм, полученных во время нахождения в образовательном учреждении. Для родителей страховка абсолютно бесплатна. Страхование проводится за счет предпринимателей, партнеров программы. Программа получилась реализовать успешно. На сегодняшний день мы привлекли порядка 30 предпринимателей, которые согласились поучаствовать в этой программе. В свою очередь предприниматели предоставляют на свои товары и услуги достойные скидки. И скидки эти эксклюзивны для населения Сергиево-Посадского района. Данная карта имеет основное свойство – это, конечно же, страхование. Да, ребенок страхован от несчастного случая, по трем рискам – гибель, инвалидность и травмы. Социально ориентированная программа «Качество жизни каждой семьи» продвигается торгово-промышленной палатой. В районе планируют застраховать 35 тысяч детей. Алена Ромашкина, Михаил Кирсанов. Программа «События».